На официальном сайте Министерства обороны Азербайджана сегодня были опубликованы первые видеокадры из освобожденного от оккупантов села Черекен Джебраильского района Азербайджана. Действия, предпринятых азербайджанской армией в ходе боевых действий на Джебраильском направлении фронта, уничтожен батальон 556-го полка вооруженных сил Армении, сообщает Минобороны Азербайджана. Большая часть личного состава батальона, состоящего из примерно 400 военнослужащих контрактников, была выведена из строя. Воинская часть вернулась в город Арарат Армении для повторного комплектования. Стало известно, что командир полка был уволен за отказ ввести оставшийся личный состав в бой. Большинство военнослужащих были привлечены к уголовной ответственности за отказ вступить в бой.